карты, чтобы согреться и поднять настроение. Сказочная новогодняя атмосфера царила на протяжении всех новогодних каникул. В гости к юным жителям района пришли скоморохи и предложили поиграть в увлекательные игры. От чего, конечно же, ребята не отказались. Играли в кошки-мышки, соревновались в бросках на меткость, отгадывали загадки, водили хороводы и выполняли веселые задания, получали подарки. И, конечно же, встречали главного новогоднего волшебника, Дедушку Мороза, который наверняка исполнит желание каждого ребенка в новом 2016 году. Центром притяжения горожан в период новогодних праздников стала ледяная горка на площади Ленина. Торжественное открытие состоялось еще в преддверии праздников 31 декабря. Раз, два, три! Горочка! Горка стала одной из самых больших в Московской области. Архитекторы пообещали, ледяной красавице не будет страшна теплая погода. Лед, который уложили на горке, привезен с Урала и заморожен при очень низких температурах. И при определенных технологических условиях хранения такому льду плюсовая температура не навредит. Но в зимние праздники такой опасности не было. И несмотря на морозы, ледяная горка все дни пользовалась большим вниманием у подрастающего поколения.